Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси за сильных дождей. Осадки пройдут в большинстве районов страны. По югу ожидаются даже грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 11 со знаком плюс. В то время как в Гомельской области будет намного теплее, там прогнозируется до плюс 23. Улучшится погода только в воскресенье.